Глава Дагестана организовал транспортировку дагестанских и чеченских малышей в клинику Санкт-Петербурга. Об этом рассказал журналистам руководитель администрации главы и правительства республики Владимир Иванов, который в рамках рабочего визита посетил Буйнакскую городскую больницу, где лично проверил, в каких условиях лечатся жители Буйнакска. После того, как Владимир Иванов и министр здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов пообщались с врачами и пациентами, они рассказали о детях, которых отправили спецбортом в сопровождении реаниматологов и педиатров. Я вчера связался срочно с главой республики Владимиром Владимировичем. Он дал команду принять борт. Мы созвонились с Москвой. Ночью борт, то, что я знаю, в стороны технических решений. Да, ночью борт вечером поднялся, пошел в Санкт-Петербург, забрал одного из специалистов реаниматологии, который был необходим нашим детям, и вернулся в Махачкалу. Я знаю еще одно, готов рассказать, что помимо трех детей дагестанских, да, мы взяли на борт еще двух чеченских детишек, которые находились в таком же состоянии, тоже рождение 2 и 18 августа, да? Да. Если я не ошибаюсь. Совсем крохи, да. И наш борт поднялся в воздух с 5 детишками, дагестанскими и чеченскими. И сейчас они находятся уже в Санкт-Петербурге, и им оказывается необходимое лечение. Дети были проконсультированы специалистами клиники Санкт-Петербургского института, педиатрического института. Самый старший ребенок, скажем так, вот, малыш, это чуть больше месяца. И вот пятеро детей, 6:20 сегодня утром, мы эвакуировали в Санкт-Петербург. И 9:40 они приземлились, перенесли, все хорошо, находятся сейчас в клинике Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета.